За даними Нацполіції, на Дніпропетровщині з початку року сталося понад 1500 ДТП. В них загинули майже 200 людей. Які головні причини дорожньо-транспортних пригод, на думку містян, ми вирішили в них запитати. А ще, чи дотримуються вони правил дорожнього руху? Тому що водителі покупають права і їздять як угодно. От нас з дитином неоднократно обганяли, підрізали. Очень всякие, конечно. Я водитель, я знаю. Ну, чем круче машина, там ему пофигу получается, становится. То есть я сам попал был в ДТП из-за Мерседеса, то есть который перегородил две полосы, то есть левую и среднюю. Пришлось я по правой, я выехал, мне прямо, меня обгоняют, только Део, только бах и все. Превышение скорости для автомобилистов, для пешеходов неправильный переход поперек дороги, вот, например. Вот и все. Вся причина. Скажи, будь ласка, ти знаєш правила дорожнього руху? Да. А які правила от основні, те, що ти знаєш? Ну, то, що треба переходити на зелений світ, і навіть коли він загорівся, треба подивитися по сторонам. Я вважаю, що із-за неосторожності водителей, із-за того, що деякі в нетрезвому стані возять, в принципі, це все. Да. Ну, також пішоходи теж є, які просто не соблюдают все меры безопасности, переходя дорогу. Когда я заканчивал институт, то перейти дорогу можно только перебежав, увидев, что нет автомобиля. Сейчас есть зебры, есть пропускают, там взаимно вешают. Мне кажется, что улучшилось только. Хамство меньше стало. Если раньше было проблематично там перестроиться, или чтобы тебя выпустили, если светофора нет или нерегулируемый перекресток, то сейчас намного легче. А сами пешеходы? С пешеходами беда. Что сам? Ну, они как бегали, так и бегают. Поэтому пока у них не будет такой же ответственности, как у водителя, по 500 рублей минимум, то по 51 гривне они в состоянии перебегать. Я маю маленьку дитину, і я стараюся, навіть коли немає машин, не переходити на червоний, тому що як ви навчити інакше. Пішоходи дуже, по большому счету, переходять на красний світ. Особенно на улице, там на площади Островского. Я утром хожу на работу в 6 часов. Перекресток переходила по диагонали. Никого нет, ни людей, ни машин. Пока однажды не влипла в историю и перестала это делать. Поняла, что надо переходить. В нашій країні не досить суворі закони щодо правил дорожнього руху і поводження на дорогах загалом.